Николай Лаврентьевич Тошнолобов. Раньше жил в Алтайский край, город Новоалтайск. Потом в связи с болезнью отца переехали в Среднюю Азию, город Джалалабад, юг Киргизии. Оттуда я уехал опять в Сибирь, и в Сибирь меня призвали в армию. Приезжая с армии, моя сестра распорядилась, мою хату продали с отцом, которую мы строили. Я ищу своих родственников из Челябинска по отцу. Имя, фамилия, отчество отца? Тошнолобов Лаврентий Васильевич. У него дядя, значит, там был последний раз, я ездил к нему, дядя Миша, короче. Может, вы там помните, ребята? Я потерял вообще вот. Скажите, пожалуйста, в дату и год вашего рождения и место рождения. Год моего рождения 1955, 30 апреля. Томская область, Алматинская ОСДП.